Так, посмотрим сегодня пуговки-гирьки. Вот такие вот разновидности бывают. С рисунками. Красивые. Всевозможных размеров. Вот поменьше есть. Гирька их называют, поскольку у них форма гирьки. Вот такие на раскопках находят. Вместе с монетками. Разных форм. Вот такие вот. Шариком прям есть. Прям. Как вообще прям гиря. Но это пуговицы. Такие вот. Такие вот с рисунком. Пуговки. Такие вот. Встречаются такие, как грибок. Всяких форм. Тут вот красиво я видел это. Прям вообще с каким-то рисунком. Вылитые, прям тяжелые они такие. Грамм, наверное, 30. Вот с такими рисунками. Так вот вылетело. Вот такая вот она. Так, еще вот такая вот есть. Тут уже другой рисунок. Тоже такая тяжеленькая по весу. Красивые попадаются. Есть просто вот гладенькие. Без рисунка, без всего. Ну тоже массивные. Так. Вот такие вот ровные, как печатка. Оттуда, наверное, пошла опечатка. Прям как гриб. Ну, тоже с каким-то рисунком. Вот они. Немножко повыпуклей. Такая вот. Весь вот маленький совсем. Крохотные. Такие вот пуговки. Совсем махонькие. Вот они махонькие. Совсем крохотные. Есть такие побольше. Такая же форма, но побольше. Так. Есть вот такие вот. Вылитые. Тут ушко вон уже какое. Большое ушко. Какой-то на ней рисунок тоже. Большое ушко. Вот такие вот. С прессованным ушком. Так. Вот еще как грибок, но с какой-то точечкой. Такая вот пуговка. Точечкой. Потом вот а кругленькое ушко печатное, приплюснутое, и тоже точечка. Тут такая пупочка сверху для красоты, наверное, сужила. Так, потом вот еще тоже какой-то рисунок вот тут на ней. Рисунок. Красивая. Так. Ну просто кругленький, так это показывал, да? Так.
потом есть вот такие вот. Это я показывал грибочек, да? Сейчас посмотрю, много уж очень. Есть вот уже видно поржавели, уже плохое состояние у них. Такие вот, тоже с каким-то рисунком. Вот такие вот ровненькие и приплюснутые. Тоже в виде грибочка. Но округлого, гладкого. Так. Потом вот такая. Немножко вытянутая. Тоже гладенькая эта поверхность. Вот такие тяжелые они. Так. Вот тоже с рисунком. Кругленькая. Так. Есть маленькие вот, кругленькие, просто гладенькие. Просто гладенькие. Так, еще я тут какие-то видео вот пересыпал, когда потерял. Сейчас найду, покажу. Стоп, надо. Вот я немножко отобрал. То, что тут очень много. Так, вот такой вот в виде грибочка. Разненьких вот отобрал показать. Так, потом вот такое вот. Вот тут даже что-то блестит, какой-то металл вот. Бронза, что ли, или чего-то. Или тут лопаты, видно, ковырнули. То есть они красивенькие были-то. Не такие вот ржавые-то. Какой-то металл тут вот. Либо покрытие. Может, да, бронза, латунь. Какой-то материал. То есть они были блестящие. Вот лопаты шваркнули, когда откапывали. Вот видите, какой там металл. То есть они не просто железные, они вот желтый металл. Красивые были пуговки-то. Изначально, когда вот их изготавливали, они красивые были. Вот металл там видно. И столько земли они пролежали. Сотни лет. А выглядит как ржавчина. А там, вон, видите, красивый какой металл. Вот надо будет почистить одну хотя бы для эксперимента. Показать потом. Какого же она цвета-то была. Красиво, вот представьте, на одежде. Желтенький, как за под золото. Так что вот так вот. Так что они не такие ржавые-то. А красивые были. Так, ну ладно. Потом вот такая вот. Тоже с рисунки. Тут какие-то вот рисунки. Тоже она когда-то блестела. Наверное. Так. Вот такой вот грибок нашел. Грибок, а шляпка ровненькая такая у него. Такая вот пипочка у него. Так. Такой вот. Потом вот какой нашел. Ну тут ухо так ухо. Под суровую нитку. И вот грибок, он такой приплюснутый. Не кругленький, а приплюснутый. Ну тут ушко-то прям вот-вот она пуговица. Пуговица сама небольшая, но ушко такое капитальное прям. Капитальное ушко. Такое вот нашел вот. Хотел показать. Понравилось мне вот такое. Так. Потом вот рисунком. С рисунком тоже, с каким-то. Вот рисуночек. Что-то тут нарисовано. Звезда какая-то, что ли. Так. Тоже ушко такое хорошее. Так. Потом вот с рисунком. Тоже тут много-много насечек. Какой-то узор. Узор тоже красивый.
тоже вот так вот. А тут ушко вот сплюснутое, вот оно такое придавленное. Ну тоже такое крепкое видно. Так, потом вот такой вот грибком, вот часто они попадаются. Вот такие вот грибок. Такой узор интересный. Круговой. Круговой. Просто узорчик. Тоже ушко такое приплюснутое. Там такое вот так вот сбоку. Такой приплюснутый. Ну, крепенькая такая. Потом вот, хорошо сохранилась пуговичка. Металл такой блестящий. Ну, такой почистить, может, вообще будет хорошее. Тоже узорчик. А тут вот ушко, оно такое кругленькое. Не приплюснутое, а кругленькое. Вот узорчик таким крестиком каким-то. Точечки. Такой вот узорчик. Такое ушко. Так. Ну и много очень просто кругленьких. Показываю, не знаю, показываю. Просто. Ушко и просто. Ну, как гирька. Вот их назвали гирькой. Так. Много вот таких печаткой находят. Просто печаткой ровная. Просто. Ну тут тоже какой-то узорчик. Ушко такое кругленькое. Хорошее ушко. Так. Ну, маленький вот тоже есть. Малюсенький. Вот такой же грибочек. Только маленькая-маленькая. Может быть, на детскую одежду она была. Пуговичка маленькая. Либо просто маленькая. Тоже вот грибочек. Какой-то узорчик. Махонькое. Ну, ушко тоже такое хорошее. Либо просто на какую-то одежду маленькую. Так, потом вот такие вот. Тут ушко интересное, вот с колечком. Ушко и колечко еще. Колечко, а потом уже сама пуговка гирькой. Так вот сделано. Тоже такие попадаются. Таких поменьше. Так. И вот еще одно выкопал очень интересное. Такая вообще прям вот литая. Ушко вон такое литое. И как это? Булава сделана. Она прям вот такая выпуклая. Рисунок выпуклый. Там рисунок был насечками. А здесь вот он такой выпуклый рисунок. Она видно литая. Вот шов. От литья. Такая тут ушко прям вообще такое прям, да. Точно не отвалится. Прям вот она летая. Вот такая пуговка еще нашел. Так. Ну, есть, конечно, состояние разное. Вот такое уже состояние. Плохое, можно так сказать. Есть вот хорошее состояние. Хорошее состояние. Вот в желтый цвет или в ржавчину, что ли, не поймешь. Так. Здесь вот хорошее у них состояние. Разное. Много все равно вот таких вот встречается еще. Интересный рисунок. Такой гриб. Плоский гриб. Плоский. Вот так вот попадается. Вот так и всякие разные. Тут тоже видно, она летая. Но попроще сделана. Дырочка вот так наискось. Отверстие для ниточки. Наискось. Немножко вот такие вот уже подржавевшие. Много всяких. Полно нашли. Всяких. Всяких полно. Ну, сколько. Ой. Такие вот. Прям натуральная гиря. Для рыбалки. Но это пуговички. Все, спасибо за внимание. Удачи, счастья.